Всем привет! С вами снова не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. И сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как заработать на своих видеороликах на YouTube. Ребятушки, сейчас уже не так много встречается у нас людей, которые бы не знали о существовании видеохостинга YouTube. А большинство людей даже пользовались этим видеохостингом и не один раз. И все же краткая информация о данном ресурсе никому не помешает. Годом создания видеохостинга YouTube стал 2005. В 2006 году его приобрела всемирно известная компания Google. Сегодня активно пользуются этим сервисом больше миллиарда человек. Вы представляете? Существует хостинг для размещения на нем всевозможных видеороликов. Каждый желающий из нас абсолютно может бесплатно просмотреть все, что за многие годы накоплено на этом ресурсе. Для кого-то это источник очень полезной информации. Кому-то нужно развлекательное видео, но есть и те, кто с помощью YouTube неплохо даже зарабатывает хорошие денежки. Многие сейчас про себя подумают и скажут: так откуда же берется заработок с YouTube? Многим может показаться совершенно непонятным, как можно заработать на обычных видеороликах, которые к тому же просматриваются бесплатно. Но те, кто видел достаточно много видео на YouTube, знают, что во время просмотра ролика постоянно появляется реклама. Она выскакивает то снизу, то сбоку, то сверху. А порой это все выглядит весьма навязчиво и даже раздражает многих пользователей. Некоторые ролики начинаются с просмотра рекламы, которая длится 10-20 секунд, а бывает даже и больше. Да-да, и не удивляйтесь, именно реклама, сопутствующая ролику, и является тем объектом, который приносит нешуточную прибыль человеку, разместившему видео. Так что же конкретно необходимо и нужно сделать, чтобы заработать на YouTube? А я вам сейчас очень кратенько постараюсь рассказать. Итак, как заработать с нуля? Чтобы присоединиться к многочисленной армии пользователей, которые уже неплохо зарабатывают на видеохостинге YouTube, нужно выполнить следующие шаги. Первый шаг. Нужно снять интересные и познавательные ролики. Начинать надо с создания хорошего материала, хорошего, который можно будет разместить в интернете. Снимать нужно то, что будет интересно другим людям, то, что будет пользоваться популярностью, а не так просто что-то снять на горячую руку и непременно выложить в сеть. Нет, ничего не получится. Нужно, чтобы ваши видео были очень качественными, интересными и красивыми. Причем это может быть видео, сделанное как дорогой камерой, так и простым мобильным, даже телефоном. Важно, чтобы получился, еще раз подчеркиваю, качественный и привлекательный для пользователей продукт. Так, дальше. Шаг второй. Нужно вам зарегистрироваться на YouTube. Процедура эта достаточно проста и, что самое главное, абсолютно бесплатная. Когда вы зарегистрируетесь, нужно создать собственный канал, на который можно будет загружать различные ролики. Так, далее. Шаг третий. Вам нужно будет разместить рекламу от Google. Чтобы начать зарабатывать с помощью YouTube, нужно к видеоролику добавить рекламу от Google AdSense. Дело это далеко не всем знакомо, поэтому вам нужно предварительно придется подучиться. Да, это нелегко. Это абсолютно нелегко.
Но если долго мучиться, что-нибудь получится. И после этого всего вам нужно будет почитать инструктивный материал. Хороший заработок дается не так просто, как многие думают поначалу. Вам нужно поначалу придется усердно очень много потрудиться. Так, далее. Шаг номер 4. Вам нужно будет зарегистрироваться на бирже для видео. Существует несколько специальных бирж, которые платят за просмотр роликов, размещенных на YouTube. Каждая из них предлагает свои условия. Нужно изучать, выбирать и работать там, где будет наиболее для вас удобно. Есть, конечно, хорошие русскоязычные биржи. Для тех, кто неплохо знает английский язык, подойдут и англоязычные биржи. Наконец-то, ребята, шаг номер 5. Он, наверное, пожалуй, для вас покажется самым трудным. Вам, во-первых, ребята, придется постоянно обновлять свой YouTube-канал. Постоянно. Новичку все предыдущие пункты покажутся очень и очень сложными. На самом же деле наиболее сложно всегда поддерживать собственный канал, и тем более в актуальном состоянии. Вам нужно будет регулярно добавлять новое интересное видео, оптимизировать его под поисковые системы и тем самым привлекать новых подписчиков. Канал, где лежат древние ролики, никому уже будет не интересен, в том числе и рекламодателям. Если же у канала есть большое количество подписчиков, их число растет, а ролики просматривают десятки и сотни тысяч людей, рекламодатели сами будут проситься разместить свой продукт, конечно же, за деньги. Напоследок я вам вот что скажу, мои хорошие друзья и подписчики, и просто случайные посетители моего YouTube-канала. Так вот, старательное выполнение перечисленных действий позволит со временем получать вам пассивный и хороший доход. Главное, ребята, проявить терпение и усердие, которые помогут реализовать перспективную бизнес-идею. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте ставить мне пальчики кверху. С вами был на связи не первый, но и не последний московский видеоблогер Серега Резников. Пока!